Вообще изначально этот ролик планировался как сравнение двух машин в одной ценовой категории. Но весь этот полный привод настолько нас пронизал, что мы решили просто кататься по фану. Это слишком весело, чтобы это сравнить. со ступицей. Это единственное, что пока что можем сказать. Сначала она была не затянута, потом мы ее затянули. И потом вообще пиздец. И теперь вообще машина не едет. Ну как, машина едет, только колесо не крутится. Да.